Вы можете быть не в курсе, но теперь налог на вашу квартиру или дом может вырасти. С 1 января в регионе начали действовать результаты новой кадастровой оценки. В прошлом году госучреждение кадастровой оценки переоценило более 4 миллионов объектов недвижимости. Здания, помещения, единые недвижимые комплексы, машины, места, предприятия. Граждане, они могут посмотреть свою кадастровую стоимость по объектам недвижимости, зайдя на сайт государственного бюджетного учреждения по Нижегородской области «Кадастровая оценка». А также кадастровую стоимость можно посмотреть на сайте росреестр.ру, но, обращаю внимание, сейчас именно проводится работа по занесению вот этой новой кадастровой оценки. То есть по каким-то объектам она уже внесена, по каким-то будет внесена буквально до конца января месяца. Кадастровую стоимость в основном применяют для налогообложения или, например, при обращении к нотариусу при уплате госпошлины. Также при совершении сделки по продаже недвижимости НДФЛ будут рассчитывать, исходя из кадастровой стоимости объекта, в случае, если указанная в договоре рыночная цена ниже. Если рассматривать вот этот новый этап, его как называют новый тур кадастровой оценки, по некоторым объектам кадастровая стоимость она увеличилась, но не превышает рыночную стоимость. А по некоторым объектам, таким как ветхий фонд, к примеру, либо объекты, расположенные там, где плохо развита инфраструктура, произошло уменьшение. Кроме того, с 1 января в Нижегородской области кадастровая стоимость стала фактически приравниваться к рыночной. Массовая кадастровая оценка не учитывает индивидуальные особенности объекта, например, перепланировку или ремонт квартиры. Собственники, не согласные с оценкой кадастровой стоимости своего объекта, могут обратиться с заявлением в кадастровую оценку, чтобы кадастровую стоимость пересчитали индивидуально. В любом случае, сама кадастровая стоимость не должна быть выше рыночной. То есть, если гражданин понимает, узнав кадастровую стоимость объекта, да, здания, квартира-то это редко бывает, что она выше рыночной кадастровой стоимости у нас. Вот, если по каким-то объектам кадастровая стоимость получилась выше рыночной, то как раз и гражданин или это юридическое лицо может обратиться в бюджетное учреждение, предоставив оценку. То в этом случае она будет понижена до рыночной. Более подробно с процедурой подачи замечаний можно познакомиться на сайте учреждения. Специалисты готовы ответить на все возникающие вопросы по телефонам 8 831 281 61 90 281 6202. Также обращение можно направлять на электронный адрес. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.